Всем привет! С вами программа «Молодежный микс» и я, Ильшат Омарова. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Дуэт 11 исполнил для нас свои песни. Экскурсия для школьников на РГВК Дагестана. Также в какую точку мира полетели бы жители нашей республики. На этой неделе мы провели небольшую экскурсию для учеников 32-й школы. Нашим гостям также предоставилась возможность попробовать себя и в роли диктора. О том, как все прошло, узнаете из нашего материала. Школьники всегда мечтали посмотреть на обратную сторону телеэкрана и увидеть, как и где все создается. Недолго думая, мы решили, что мечты должны осуществляться. И вот они здесь. Сегодня мне очень запомнилась студия записи, где мы попрактиковали себя в сфере журналистов, брали интервью, вели свою передачу. Это было очень интересно, увлекательно. Также Айшат Омарова помогала нам, чтобы подобрать правильные вопросы, правильно заинтересовать зрителей. Это было очень интересно. Подростки с удовольствием принимали участие в беседе, задавали вопросы и даже пробовали брать интервью друг у друга. Если что-то шло не так, сразу обращались за советом. Мы, в свою очередь, подсказывали, направляли, учили, как работать в кадре. Есть много интересного. Казалось бы, профессия довольно легкая, но на самом деле за кулисами намного больше работы, чем может показаться на первый взгляд. У меня было много вопросов, и я для себя открыл много интересного. Я думаю, каждому человеку было бы интересно здесь побывать. Во время экскурсии ребята познакомились и с Али Омаровым, дизайнером нашего телеканала. Он объяснил, что такое ребрендинг, а также с чего начиналась работа над ним. Плюс ко всему показал, какие логотипы были ранее у РГВК Дагестан. После беседы с Али ученики познакомились и с главным редактором телеканала. Он рассказал про национальные передачи и для чего они нужны. Мы стараемся РГВК показать наше настоящее и прошлое, и будущее Дагестана, наш колорит, нашу архитектуру, наши языки, нашу культуру, вот, наши ценности, нашу мораль, что очень важно и нужно, особенно сегодня, когда мы это очень сильно теряем, в силу преобладания соцсетей, там, ценности, которые оттуда к нам заносят. Школьники прошлись по всем студиям и увидели все своими глазами. В завершении дня они также попробовали себя и в роли диктора программы «Время новостей Махачкала». Самое масштабное медиа-событие проходит в Дагестане. Стартовал форум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности. Векторы развития». На протяжении 3 дней в историческом парке «Россия. Моя история» специалисты отрасли обсудят развитие журналистики как части нового цифрового мира. Мы вообще-то первый раз здесь, и нам было все интересно. Спасибо вам большое, что вы нас сюда пригласили. Нам было очень приятно. И очень полезная экскурсия с нашими детьми. Дети остались очень довольными. Мы очень благодарны вам. Через 3 дня выступления, а названия так и нет. Дуэт 11 поделился с нами своими секретами, а также сыграл одни из своих любимых песен. Смотрим. Следи за огненным маяком, он говорит прочь от земли. Земля не для таких, как ты, плыви дальше, мотай узлы, пока не выйдет петля. Дуэт 11 – это красивая история о живой музыке. Ее создатели Камиль Саладинов и Рустам Муслимов пишут композиции с гитарой в руках. Творчеством ребята стали заниматься 3 года назад. За этот период успели выпустить альбом «Честно», который полюбился слушателям с первых нот. Первый концерт, который мы провели, он был бесплатный, и он был для наших друзей. Помещение было, я помню, небольшое, какое-то кафе. И, в общем, народу там было полно, конечно, потому что там все наши друзья, там человек 50, уже не помещались люди. Вот, это была такая мини-презентация, скажем так, нас самих, как дуэта 11. Мы исполняли тогда кавера, известные песни, всеми любимые песни. Вот, и немного наших песен тоже там было, по-моему, да, уже готово. Вот, и так мы показали как бы себя, и с тех пор мы еще давали, в основном бесплатные концерты давали. Поэтому люди, конечно, всегда приходили. Им это нравилось, потому что это как бы
такой на русском языке, акустическая музыка. Всегда приятно послушать, мне кажется. В этом альбоме у ребят 7 песен. «Лето» – одна из популярных у слушателей. Для любимой аудитории они готовы исполнять ее снова и снова. С самого начала у Камиля был материал. Это было 6 или 7 песен, уже готовых к записи. С какой именно начали, я не помню, но серьезно мы взялись за песню «Лето», потому что надо было... Наши друзья собирались снять клип, и мы как бы с нее начали. Ее первую выпустили, вот. А в целом альбом выпустили в одно и то же время. В маленькой студии из двух комнат рождается музыка. В той, что побольше, находятся инструменты – барабаны, гитара, микрофон. Здесь Камиль и Рустам путем проб и ошибок прослушивают себя раз за разом и работают над вокальными данными. В другой комнате создаются сами шедевры. Ну, вот, сам делал? Ага. Прости, пожалуйста, планов у ребят много. Они мечтают побывать за границей, провести тур за пределами республики, и это только начало. Сейчас на выходе новый альбом. Дуэт уверен, что и от него слушатели будут в восторге. Мама, ты была права. Мама, это не жалобы, просто горжусь я. Воздушный корабль прямо к твоим ногам. Я мечтаю вернуться в Шамбалу. Моя мечта – поехать в Америку и остаться там хотя бы на один месяц. Интересно, какую часть Земли мечтает посетить наша молодежь? Давайте узнаем, и в этом мне поможет Ася. В какой части Земли ты бы хотела побывать? Наверное, это Латинская Америка, Бразилия, возможно, Португалия, потому что темперамент людей, живущих там, очень близок мне по духу. Мне очень нравится их стиль жизни, их менталитет. Вот. Ну а если жить долгое время, то, наверное, я выбрала бы Норвегию, так как страна первая по уровню жизни, и, в принципе, там тоже очень красиво и приятно находиться. Я бы хотела побывать в Грузии, то есть я бы не хотела там остаться, я бы просто посмотрела на природу, почувствовала бы весь этот колорит, почувствовала бы, каково вообще местным жителям, и изучила бы их культуру и уехала бы, вернулась бы домой, на родину, в Дагестан. Я бы хотел побывать в Великобритании, потому что мне нравится их культура и архитектура. И также я хочу посетить некоторые музеи, которые там находятся. Я бы хотел побывать в Америке. Но не потому, что мне нравится их культура или мне кажется то, что уровень их жизни лучше, чем у нас, а потому что нам СМИ внушили, что Америка – это полностью противоположная страна России. И поэтому мне чисто из любопытства хотелось бы побывать в Америке и самому посмотреть, действительно ли она такая, как рассказывают. Так как я не была нигде, кроме Дагестана, я бы хотела посетить много стран и городов, увидеть мир за пределами нашей республики и, наверное, чтобы остаться где-то надолго и жить там, я бы не смогла, потому что мне все же ближе наша республика, и я хотела бы остаться тут. Я бы хотела побывать в восточных странах, чтобы ощутить местный колорит, влиться в их быт, но это все ненадолго. Еще я бы хотела очень в Канаду, потому что Канада считается самым благоприятным для жизни городом, и я бы хотела обязательно свою жизнь посетить его, но я думаю, мне будет очень тяжело находиться далеко от своих родных и близких на долгое время, то есть я так не смогу. Максимум, что я смогу, наверное, это несколько месяцев, но я всегда буду возвращаться в Дагестан, мне кажется. Ну а на этом у меня все. С вами была Айшат Омарова. Увидимся ровно через неделю. В это же время.
Всем пока!